Здравствуйте! Сегодня у нас воскресенье, 3 июля. Сразу хочу предупредить, что вот здесь такая надпись вверху 29 июня. Эта запись неправильная, у меня сбилась камера. Дата, я все утро сегодня пыталась направить, но мне ничего не получается. Эти съемки были сделаны вчера. Я вчера была в субботу на пляже. Просто я так поняла, что некоторым мне интересно, когда музыка. Но мне так хочется показывать это все время, потому что это очень красиво. Вчера я была на пляже, видите. Взяла с собой кусок хлеба и решила вам показать, какая все-таки это красота. Как я люблю природу. Я просто обожаю природу. И вы посмотрите, сколько рыб. Это вообще невероятно. Знаете, мне пришлось руку с хлебом поднять вверх над водой, потому что они, в общем, начинают кусаться. Ну, то есть они уже не понимают, где хлеб, а где рука, и вместо хлеба начинают чью руку кусать. Особенно вот, если вот сейчас тут вы увидите, такие плавают черные рыбки, они очень злющие, и они кусачки. Вот больше всего я их боялась, поэтому руку задрала. Вот. И вот поэтому так это сверху летит. Летят эти кусочки. Вообще скажу, что это морской карась, если так на русский перевести. Ну, так это рыба дорада. Вот. Но это так по-каталонски называется. И, по-моему, по-итальянски. По-испански по-другому как-то называют. Ну, в переводе вот морской карась, если по-испански. Вот она, видите, эта рыбка проплыла. С таким раздвоенным черным хвостиком. В общем, эти рыбки кусаются, если я на всякий случай предупреждаю, они кусачки. Так это классно наблюдать, что у них у всех... Ну, они все равно все разные. Вот вроде кажется, одни и те же рыбы, но у них вот пятнышко. Иногда по два бывает пятнышко на хвосте, иногда по три. Иногда посередине тела бывает пятнышко. И иногда, где-то я видела, на лбу было пятнышко. Ну, в общем, тоже индивидуальный раскрас у каждой рыбки. Классно, вообще классно. Еще раз скажу, что когда это смотришь на... Ну, как бы на экране телевизора. Но это не так впечатляет, когда ты это смотришь. На мне такая маска, ну, в общем, пластиковая маска. Я так это... Ну, здесь пришлось, было здесь мелко, пришлось вот так наклоняться. Ну, опять же, где глубоко, их мало, потому что они хитрые. Они знают, что их будут кормить. И они вот тут и тусуются, ждут. Когда у меня кончился хлеб, они еще очень долго от меня вообще не отплывали, все в надежде были. Вот смотрите, хлеб уже кончился давно. Они все вокруг меня кружили и кружили. То есть, если у меня там, ну, есть видео, когда подальше отплываешь, там вообще уже никаких рыб нету. Они видите, вот тут. Ну, не знаю, что они едят, может, это вот от людей еще всякие же, от кожи, ну, отпадают эти шелушинки, они, видимо, их собирают. Ну, не знаю, что-то вот. Вот такое стадо их, вот они пасутся. На самом деле пасутся, как вот все-таки... Вот говорят, что, типа, рыбы глупые, ничего они не глупые. Они, он ведь прекрасно знает, что надо поближе тут... А, кстати, поймать их вообще невозможно. То какой там? Вот так кажется, что они так рядом. Ну, нет, даже невозможно. Они настолько юркие, что... Я видела, там мальчик пытался их поймать с этой... садком. Мне ничего не вышло у него. Они так стремительно, быстро отплывают. И самое, вот смотрите, интересное, вот их вроде так много, этих рыб. А люди, которые вот плавают, они их не видят. Я тоже наблюдаю за людьми, а я это... Они, ну, иногда только кто-то, ой, говорит, рыбка проплыла. Вот. А так вот, как бы, когда плаваешь, ну, они как-то...
Может, с дном сливаются. Не знаю, почему. Непонятно, почему люди. Вот тут мальчик тоже, видите, вот плавает с этим в маске. Они тоже потом выныривают, и так это с восхищением говорят, там столько рыб, столько рыб. Вот целая стайка проплыла. Целая стайка их. Вот самые вот эти вот черные рыбки с хвостиком. Ой, так они в прошлом году меня покусали, что я их теперь так боюсь. Притом они начинают не только руки кусать, они начали мне и за ноги кусать, и вообще вот так. Блин, как много. Ну вот мне вот как-то хочется вот вам это показать. Для меня это вот релакс, и как-то я отвлекаюсь от ужаса. И мне хочется, чтобы вы тоже немножечко отвлеклись от этого, посмотрели. Какое чудо все-таки, когда люди живут в мире. Люди должны жить в мире не просто в природе. Вот я вот как вот думаю, вот если бы люди все жили вот просто в природе, и никто бы над кем не хотел бы доминировать, никто бы не хотел какие-то понты гнать, никто бы не хотел почему-то всеми управлять. Вот я вот такой человек, ну, как бы за справедливость, за правду. И мне вот кажется, что вот, ну, в чем вот радость, чтобы других людей унижать, как бы создавать им проблемы, видеть, как люди страдают. Я вообще таких людей не понимаю, которым нравится, вообще нравится, что другие люди страдают. Ну как вот, как вообще такое может нравиться? Я не понимаю. Нормальному человеку со здоровой психикой, наверное, на самом деле нравится, когда рядом с тобой человек радуется, что ему приятно, что, ну, что он как бы доволен, что он с тобой общается, что ты для него, ну, нормальный, адекватный человек. Но почему-то, я так поняла, таких людей очень мало. Почему-то людям больше нравится рядом человека унизить, поставить его в неловкое положение или там как-то показать, что ты чем-то вот лучше там. Ну вот постоянно вот это вот с нашей стороны, вот это постоянное желание людей, особенно мужчин, это постоянно показать, что ты чем-то выше, ты там как-то можешь, ну не знаю, управлять что ли. Зачем это нужно, я не понимаю. Я вот этого не понимаю. Вот. Мне хочется показать Испанию. Испания очень маленькая страна. Она всегда была небогатая. Здесь никаких особо таких природных ресурсов нет. Единственное, что природа очень красивая. Ну вот это земля плодородная. Два урожая в год собирают они. Вон в море очень много морепродуктов. Чистое очень море. Следят испанцы за экологией. Очень следят. Вот сейчас в связи с тем, вот с проблемой пластика, сейчас у них такие целые десанты, которые я смотрела, ну, по телевизору, они высаживаются, такие корабли с сетками, и они прямо нашли, знаете, такой остров, огромный остров, по-моему, 2 метра там длиной, по-моему, 2 метра, нет, 2 метра это мало, или 2 километра, или вот что-то вот забыла. В общем, огромный такой остров, именно из пластика, из пластиковых бутылок. Представляете, как это страшно вообще-то. Это для природы очень страшно, потому что пластик, он не растворяется, там не убирается, он вот это создает такую угрозу. Для черепах создает угрозу. Например, пластиковые пакеты. Черепаха думает, что это медуза глотает и этот пластиковый пакет, и значит, и подыхает. Вот, ну, что я все время делаю, я когда плаваю, если рядом со мной какой-то пластиковый пакет плывет, ну или что-то такое плывет пластиковое, я всегда все это вот вытаскиваю. Когда выхожу, я сразу собираю все это и вытаскиваю. На меня, конечно, все смотрят так на пляже, но я всегда, знаете, как думаю, что человек может не задумываться, а вот тебя увидит, что ты вот вышел или вышла ну, с пластиковым пакетом, или пластиковую палку какую-то я нашла тогда.
Ну, что-то. Или тогда я нашла спущенный, тоже плавала и болтался спущенный круг пластиковый, я его тоже вытащила. Ну, то есть, знаете, как, и когда люди вот они начинают, ну, видеть, что вот человек вот вышел и вот это за собой вытащил. Я думаю, что, ну, нормальный, адекватный человек, он тоже, ну, нет, не побрезгует и вытащит. Ну, да, конечно, когда прокладки плавают, это я, конечно, такое не могу рукой взять. Но вот пластиковый пакет, наверное, думаю, можно вытащить. Ну, я так это просто вас это развлекаю такими мыслями вслух. Я вообще ничего зазорного в уборках не вижу. Я, наоборот, считаю, что убираться – это создавать красоту. Убираться – это создавать удобство для людей. И надо убираться вокруг себя. То есть, когда меня пытаются унизить тем, что я работаю на уборках, мне всегда становится смешно. Ну, я не знаю, сидеть в офисе, ну, сидеть вот на ресепции, мне вообще не нравилось. Сидишь, 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 и время тянется, и ты не знаешь, и тебе хочется так домой, так скучно там, и это сидеть, смотреть вот этот компьютер и не двигаться, ну, не знаю. Как бы для меня сейчас моя работа, она мне для меня более интересна, потому что я двигаюсь, я, значит, сама двигаюсь по территории Испании, двигаюсь. Я смотрю, я встречаюсь с людьми, разговариваю. Я, кстати, вот когда я вижу беженцев и у них какие-то проблемы, я все время подхожу и предлагаю им помочь. Так что не надо мне там говорить, что я там беженцам. Я помогаю. И материально тоже я перечисляю средства. Я не буду говорить, куда я перечисляю средства, ну, на всякий случай. Ну, кто понял, тот понял, кому я перечисляю средства. Так интересно, там такая девочка шла, и рыбы за ней тоже пошли все. Вот так вот. Такие ноги. Я не знаю, мне тогда написали, что такие видео скучно, а мне ничего не скучно. Я сама их, знаете, по несколько раз. Вот я вот это вот видео, которое сейчас вы смотрите, перед загрузкой посмотрела, наверное, раз пять. Настолько мне это вообще, мне так это нравится, безумно нравится. Ну, а что вот еще? Вы мне напишите, что вы хотите. Я поснимаю еще. Я так довольна своей новой камерой. Так она классно цвет передает. Она вот точно так же передает цвет, как вот я, когда в маске смотрю, вот, ну, точно такой же цвет. Ну, в общем, моя вообще самая большая мечта, чтобы люди простые, рабочие, так же, как французские рабочие, англичане, там, ну, кто, итальянцы сюда тоже приезжают, чтобы они могли спокойно приезжать и тоже отдыхать в Испании, чтобы это не было проблемой, чтобы это не было бы безумно дорого, чтобы это, ну, все 15 лет я, знаете, об этом мечтаю. И это вот чисто искреннее мое желание, чтобы уровень жизни в России у рабочего класса был такой же, какой уровень жизни в Европе. Вот. Я опять вас прошу, ставьте лайки, кому нравится. И добро победит зло. До свидания.